В Росії падають вертольоти. Байден прощається з американським народом, але ще не до кінця, і каже, що зробить для народу, зокрема українського, за 4 місяці, які він ще має. Кулеба в Пекіні. Наскільки результативно, чи поки що більше символічно? І Лукашенко знову Путіна на поклон, чи буде той питати, а де війська біля кордону з Україною? Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова, мене звати, зі мною традиційно Борис Тізенгаузен, політехнолог. Борис, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Вітаю, героям слава. Файтер-бомбер, відомий істерик, Ілля Туманов, буцімто за цим ніком прихований, льотчик Російської Федерації у відставці, нібито пише: «Утро, к сожалению, не добре страна, пробіли, будемо жити, 3. Ну, що ж, то дійсно, будемо жити, но він то може ще буде жити, і страна терористка. А от екіпаж вертольота Мі-28, який розбився в Калузькій області, більше мало того, що нікуди не полетить, так жити уже теж не буде. І в ефірі наша улюблена рубрика «Вічного польота не браття», значить, бо так часто, до речі, пише Файтер-бомбер. Вічного польота, браття. Розмі пишуть, що аварію підтвердило російське Міноборони, і бачимо допис губернатора Калузького регіону Владислава Шапши. Він теж каже, що зазнав вертоліт падіння під час виконання планового польоту в лісовому масиві біля села Кленки. Попередня причина авіакатастрофи – технічна несправність. Насправді, за умов відсутності західних компонентів, чи могло це стати причиною його падіння? І що на загал ми маємо розуміти про цей вже далеко не перший випадок крушіння російських бойових бойової авіації? Ну, прекрасно, ударний вертольот з екіпажем. Будем жить, не будете уже жить. Вот. Что касается вот таких случаев. Ну, конечно, если ты затеял войну, у тебя в разы больше военной техники летает, едет по земле, плывет по морю. То есть, помимо того, что их уничтожают, так еще и они имеют свойство, конечно же, выходить из строя вследствие определенных технических неисправностей. Если санкции, и ты не можешь, например, ни на гражданские самолеты, ни, ну, в обход только микрочипы, товары двойного назначения для ракет, для другой военной техники, то, конечно же, будет больше таких случаев. Это абсолютно понятно. И плюс износ техники, я думаю, многие обратили внимание, что когда россияне поднимают свои бомбардировщики дальней авиации, из которых запускают по нам ракеты. Раньше им нужно было поднять с десяток, и ну, один самолет мог нести там 4, точнее запускать 4 ракеты. То сейчас, ну, где-то вот по одной, потому что идет износ техники. Россияне не могут производить самолеты, вот эти бомбардировщики дальней авиации стратегически. Поэтому вот каждый взлет, а они же собирались еще в советское время, сейчас очень, ну, разобрали все, что можно было, да, каким-то образом оттуда берут запчасти. Классический пример, как криворукие используют западные запчасти и в технике. Вот еще приведу один пример падения недавний сухой суперджет 100 самолета, это тоже с экипажем. Там он упал, потому что криворукие россияне сняли детали с других самолетов, переставляли их на этот самолет, установили неправильно, ну, в обратном направлении поставили, в итоге там произошел сбой, и самолет упал. То есть вот, даже если у тебя есть детали западные, которые ты используешь в своей технике, то их еще нужно уметь устанавливать, обслуживать, нужно понимать, как они работают. Вот не всегда получается. Поэтому, конечно же, таких случаев будет больше. С самолетами, с вертолетами проще. Кто-то снял, кто-то увидел, он упал. И вот сколько техники выходит из строя, я имею в виду, которая по земле едет или по морю плывет, это тоже приличное количество. Ну, а что поделать? Ввязался в войну, не рассчитав последствий. И я думаю, что это еще россиянам будет аукаться. Они сейчас технологически уже будут откинуты лет на 5-7 от всех из-за санкций. Если санкции с Россией не снимать, то в скором времени у них по всем отраслям произойдет откат технологический лет на 10-15 назад. Особенно в ключевых отраслях добычи нефти и газа. Там же технологии совершенствуются постоянно, а сейчас есть запрет на доступ этих технологий в России. Ну, в общем, все идет по плану, как говорила одна моль, но не по его плану.
Да, нам подобається таке, що в них все летить в тартарари в прямому і в переносному сенсі цієї фрази. Дуже погано і ледь зрозуміло Дональд Трамп, який не зрозумілий своїм мисленням і поведінкою, втім саме так коментує виступ президента США ще чинного Джо Байдена, присвячений виходу його з передвиборчих перегонів. Дуже погано і ледь зрозуміло називає він цю промову. Про це він пише в своїй соцмережі Трас, повідомляє NDTV. Також традиційно Байдена назвав Трамп шахраєм і розкритикував віце-президентку Камалу Харріс. Ну ще пак, що він цього не сказав, назвавши її брехливою. Велика ганьба для Америки ці двоє, каже Трамп. Такого часу ще не було. Ну, за нього заживе, звісно, Америка. В цьому ми навіть не сумніваємося. Водночас сам Байден, звернений до американської нації, заявив, що допомога Україні буде залишатися його однією з пріоритетних цілей на найближчий ще той час, поки він залишається в овальному кабінеті. І сказав, що підтримка НАТО також і зміцнення Північно-Атлантичного альянсу теж там, ну і не тільки. Давайте ж ми послухаємо, чому і чи дійсно можна назвати кволою, незрозумілою промову Байдена сам цей фрагмент і повернемось. Моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки – все це заслуговує на другий термін. Але ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії, в тому числі й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед – це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю. Я знаю, що бувають часи, де потрібен досвід у громадському житті. Однак приходить час і для нових голосів, свіжих голосів, молодших голосів. І цей час настав. Борисе, а Ігор Ейдман, соціолог і політолог з Німеччини, частий гість моїх ефірів, каже, що насправді зараз Байден переграв круто Трампа, а демократи – республіканців, тому що і час вибрав дали, коли вже республіканці нічого не можуть змінити, бо в них, не нагадаю, на відміну від демократів, яких з'їзд буде на початку серпня, з'їзд уже відбувся минулого тижня, а з 14 по 18 число в Мілуокі, штату Вісконсина, вже відбувся, оголошений віце-президент, є стратегія, так тепер і не зможуть республіканці використовувати фактор віку, і не тільки проти Байдена і демократів, тому що Камала Харріс молодша Трампа, і тепер цей фактор, як один з тих, що гратиме проти, зіграє проти Трампа і республіканців. Чому Трамп називає виступ Байдена кволим і незрозумілим, і наскільки правий Ейдман, який каже, що дійсно вдалося зараз демократам переграти Трампа? Ну і останні соціологічні опитування, про які повідомляє Reuters і Ipsos, говорять про те, що 44% проти 42% грають на руку Камалі Харріс. Ну, там по разные в Соединенных Штатах медиа проводят свои соцопросы. Например, там CNN, Fox News, может, не ну, и социологические компании тоже есть, но часто это делают медиа. Насчет переиграть, не переиграть. Действительно, знаете, это вот я всегда привожу пример. Вот вы готовитесь долго-долго к битве в боксерском поединке, готовитесь к битве с одним боксером, знаете его рост, его фишки, там левша, правша, отсматриваете кучу видео с ним, ваша команда вас полностью к этому готовит, а по факту выходит другой вообще абсолютно боксер с другим, с другими своими какими-то приемами. Ну и, в общем, конечно, нужно перестраивать стратегию. Неожиданно, ну точнее не так, ожидаемо, и поговаривают, что в принципе в штабе Трампа готовились к возможному противостоянию с Камалой Харрис, но ключевое возраст и слабость и все вот это вот то, что куда били по Байдену, теперь все не работает. То есть я думаю, что финишный удар оставляли на последующие дебаты, когда должны были под микроскопом просто осмотреть, как Байден куда-то не туда смотрит или долго ли подвисает и так далее. Били именно в это. Сейчас, конечно, сложно. Камала Харрис, ну, я не про женщину, а про политика, поэтому можно про возраст сказать. Ей вот 60 лет политику. Поэтому, да, тут уже плюс корни, скажем так, Индия, афроамериканские, ну, это тоже можно сыграть, как использовать как политтехнологический инструмент. Но есть один интересный нюанс. Насколько я понимаю, Байден сейчас планирует очень глубоко интегрироваться в избирательную кампанию, всюду ездить с Камалой Харрис. И это обязательно нужно будет сделать. Почему? Потому что в Соединенных Штатах так часто бывает, что президента избирают еще на второй срок. То есть если по окончанию первой каденции твои показатели экономические в норме, то избиратель дает тебе еще один шанс. И, как правило, как с Бараком Обамой было, два срока. Ну, то есть так, это частное явление.
У Байдена все в этом плане было более-менее. Но это у Байдена было. Поэтому, чтобы забрать вот этот эффект первого года положительный, Байден должен быть рядом постоянно с Камалой Харрис. Но здесь не стоит забывать, что он еще параллельно должен выполнять функцию президента Соединенных Штатов. А это крайне сложно будет. То есть представьте, что такое избирательная кампания летом в жару, с переездами, с выступлениями, со всеми этими перелетами. И параллельно международные визиты, трансатлантические перелеты и так далее. Крайне сложно. Но я бы хотел, ну то есть это вот если мы так рассматриваем, то есть все еще может поменяться, хотя мне кажется, что частота событий, ну вот такие, такой значимости, еще один плюс получили демократы, они перебили историю с покушением на Трампа. То есть я думал, что в принципе, если оно так будет тянуться, более яркого события, более яркое событие может и не произойти до выборов. А тут раз и такая прям неожиданно. Вот, поэтому я бы хотел здесь завершить про американские выборы с нашей позиции, с позиции Украины. У Байдена сейчас будет исторический шанс не просто досидеть 4 месяца, как вот, вот у меня тут стоит, это не утка, это какая-то получайка. Да. Но вот не быть хромой уткой, не досидеть просто потому, что нужно досидеть, а реально войти в историю. Не войти в историю, как вышедший из Афганистана, как, как-то, условно говоря, заставивший Украину отдать часть своих территорий, ну, примерно, а в конце, вот туда ближе к ноябрю, снять все запреты на удары по российской территории. И тогда у нас же мы понимаем, что Россия может и хочет, и готова садиться за стол переговоров. В принципе, вот Китай подтверждает это. Но чтобы они сели на наших условиях за стол переговоров, у нас должны быть сдвиги и успехи на поле боя. То есть усилить переговорную позицию. А это можно осуществить за счет ударов, в том числе по аэродромам, и есть чем бить. И ну, сейчас очень интересная ситуация. Это там для отдельной программы история, что происходит в Крыму. И там очень серьезные передислокации россияне осуществляют. Так что поговорим об этом обязательно в наших будущих программах. Угу. А може вони вже готують великий наступ на жовтень місяць, але такий більше політично-психологічний? Є такі версії? Ну, если мы про Крым говорим, то они как раз антинаступление там готовят. То есть они забирают часть систем ПВО с западного берега Крыма и перетаскивают их на восток, на Керченский полуостров. В срочном порядке модернизируют один и восстанавливают там еще один. Аэродромы. То есть что они хотят сделать? Они хотят, условно говоря, вот центр этого, этой зоны должен стать Керченский мост. Вокруг они выстраивают, там, тянут туда дополнительные системы ПВО, эшелонированную оборону выстраивают. То есть они просто хотят согнать все компактно в одно место и самолеты, потому что под Джанкоем мы видим низ, Бельбек то же самое. На западном берегу и в центре, там не очень получается сохранить авиацию и эти системы противовоздушной обороны. Поэтому они хотят компактненько утащить все и выполнять две функции этими системами ПВО. Защищать мост и защищать остатки авиации, но уже там, возле моста. Потому что два аэродрома, которые они сейчас спешно модернизируют и восстанавливают, они как раз находятся один прямо рядом с Керчью, а другой вот буквально там в самом начале Керченского полуострова. То есть вот что они хотят сделать. Это большой привет отдыхающим на западном берегу Крыма, которым, в принципе, вот эта передислокация показывает, что авиацию защищать будут, а вы уж там как-то держитесь. Вот будку вам поставили на пляже, там и сидите. Хотя
Если они утащат все свои военные базы, аэродромы и прочую всякую вот этот хлам, если они утащат туда, на восток, то, в принципе, никто и не будет бить по западному берегу Крыма. Потому что мы не варвары российские, мы не бьем по гражданским объектам. Однозначно. І напередодні Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, в інтерв'ю виданню The Guardian сказав, що в нас є план і повернення Криму, і вихід на кордони 91-го року, і ці цілі цілком реальні до того, аби їх досягнути. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, перебуваючи під Небесний в Пекіні, говорить, Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий народ. Крім того, додав очільник нашого МЗС, що очільник МЗС китайського Ван І погодився, що потрібна не ілюзія миру, а потрібно досягти дійсно справедливого та сталого миру. Меседжі та домовленості України та Китаю під час перемовин в Гуанчжоу. Сигнал кому і чи є там не лише символізм, а й хай не повна зміна китайської позиції, але певна така звірка годинників, і можемо констатувати, що сторони принаймні почули одна одну. Никакой смены китайской позиции я не заметил. Китай так и продолжает придерживаться вот этой своей, ну, не своего 12-пунктного плана, а плана уже из 6 пунктов, который был трансформирован, который, в принципе, заключается в том, что заморозка происходит по линии боевого соприкосновения, и дальше начинаются переговоры. Ну, то есть, по факту, да, это противоречит запросу абсолютно, ну, беспочвенному Путина, который хочет сразу 4 области и Крым. Но по линии боевого соприкосновения замораживаете, там, прекращаете огонь и начинаете разговаривать. Плюс, естественно, одно из ключевых условий — Украина не вступает ни в какие военные альянсы. Здесь понятно. Поэтому глобально, если посмотреть не только по треку Украина-Китай, на Китай довольно серьезное давление сейчас осуществляется. Мы видим, что после серьезных мероприятий, там большая семерка, саммит НАТО, Китай официально называется движущей, решающей помощью для России в этой войне. Вводятся новые санкции, сейчас торговые ограничения. Поэтому идет давление на Китай, потому что все сложнее занимать какую-то, ну, условно говоря, играть в нейтральную позицию. Доклад вчера мне попался очень интересный одной из международных организаций, которая детальный провела просто анализ того, сколько, какие микрочипы Китай поставлял в Россию, какими путями, как это происходило, где Россия их потом использовала в плане там, в ракетах и в другой технике. Ну, в общем, все больше и больше таких доказательств появляется, и все сложнее Китаю балансировать. То есть мы видим сейчас, что расчеты между Китаем и российским бизнесом, они увеличиваются значительно во времени. Есть проблема там и в расчетах в юанях, есть проблема, ну, в рублях, я вообще молчу. Поэтому Россия усложняет жизнь Китаю, но на чаше весов не просто выгода торговая. То есть Китай и так себя прекрасно чувствует. Он полностью завалил российский рынок своими товарами. Он на 35% дешевле, чем Европа, покупает российские энергоресурсы. А я думаю, что там по факту может и еще. Китайские, кстати, китайский бизнес сейчас выбивает скидку вообще со всех россиян, которые с ними торгуют, причем не только тех, кто под санкциями, прямо говорят: вы же из России, давайте нам скидку. Ну, россияне говорят: мы не под санкциями, а нам как бы все равно, вы из России. Поэтому прекрасно себя чувствует Си Цзиньпин, но становится тревожнее ему, потому что взялись за тех, кто помогает обходить санкции. И тут могут быть довольно серьезные неприятности. И Трамп, который, возможно, станет следующим президентом Соединенных Штатов, имеет очень неплохой опыт борьбы и торговых ограничений. И как он говорил по отношению к Ирану: я оставлю их без денег. То есть он может это сделать. Он очень четко понимает именно экономические болевые точки –
И он при краю, у него довольно мощная команда, может быть, которая поработает по этим торговым ограничениям. Не будет там как-то там... Ну ладно, это... Другая історія. У нас прям для окремих програм є тепер теми і про рухи російської окупаційної армії, і про те, що може готувати Трамп, але будемо говорити вже в наступних наших випусках. Буквально хвилина ще вашого часу. Лукашенко поїхав до Путіна слухати, аби той питав його, а що ж ти відвів війська і нейтралізував загрозу, чи просто це планова зустріч, бо вони по кілька разів на рік ось так приїжджають один до одного просити допомогу. Нет, ну, понятно, маскируется под плановую встречу. Лукашенко накануне там полетал над рапсовыми полями, опять в колхозника поиграл, забежал в коровник, не к чему было докопаться. Он сказал, ну, надо как-то попросторнее, там, пообъемнее. Чего ты вот это... Ну, не влазит так просто, вот. Борис, да. Да-да, попросторнее, будет тебе попросторнее. В Гаге. Так сложилось, что Лукашенко слуга у двух господ, как известное произведение есть такое. И кому Путина разозлило, что Лукашенко ниже кланяется китайскому господину, чем ему. И Путина разозлило. Вот тут просто произошла очень интересная история, когда интересы Китая и России разошлись. То есть Путину нужно кошмарить мигрантами польскую границу. А поляки предупредили, будете кошмарить, перекроем китайский транзит контейнерный. Соответственно, Лукашенко перестал кошмарить, а Путин говорит, а как так? Ты что же это, лучше теперь там дружишь? И после этого странным образом несколько раз шахеды начали залетать в воздушное пространство Республики Беларусь. Я думаю, вот это будут ключевые моменты беседы. Ты чего так кинул меня? Путина же надули, облапошили, обвели вокруг пальца. То есть он же не постоянно это орет, что его надули. А тут вот он кто. Того, кого он считает, собственно, своим там вассалом, наверное. Поэтому будет серьезный разговор. И это малоприятная будет поездка для Лукашенко. Может для него закончиться она. У него была одна малоприятная на 9 мая, когда... Ну, местные белорусские каналы сказали, что его по факту там отравили вообще 9 мая в гостях у Путина. У него после этой поездки сильно ухудшилось это это в прошлом году было. И у него сильно ухудшилось здоровье после этого. Поэтому малоприятно поездочка будет, конечно. Дуже дякую, Борисе, але в нас була приємна розмова, як завжди. Спасибі вам, відпускаємо до зустрічі. Борис Тізенгаузен, політтехнолог, Ірина Злова була разом із ним. Підписуйтесь, будь ласка, друзі, на YouTube Бориса великими синіми літерами в описі під цим відео. Тізенгаузен, там ще більше аналітики на ті теми, які ми проговорюємо тут точково. І на YouTube 24-го теж підпишіться, будь ласка, бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.